Всем приятной жизни. Это шашлык, и мы продолжаем играть в Skyrim. И я более-менее скинул с себя, как бы, то, что я нес. Ну, в общем, теперь у меня веса побольше можно переносить, так что все ничтяк. Блин, серебряное логово. Это ж я его могу зачистить, да? Пойдемте в сереб... Эй. Открыть серебряное логово. Он закрыл дверь. Так, у меня пламя стоит, если что, да? Что у вас тут произошло? Смотреть, бандиты, взять все. Ну, я собираю все. Я такой человек, который лучше лишний раз смотается домой, нежели железный шлем испорчен. Не, а зачем мне испорченная книга? Мне не нужна испорченная книга. А, это пустые бутылки. Нафиг они мне нужны? Я думал, от вино. Бочка помидорки, бочка морковка. Так, окей. Это все пустые бутылки. Пивные кружки. Так, ладно, пойдемте дальше вовнутрь. Посмотрим, чего тут у нас. Берем. Ёпты ж бдыш, драгур. На тебе. Драку раздули мы. Испорченные книги. А что из них выпадает? Древние нордские мечи всякие. Блин, я чувствую, у меня уже перегруз. 209 у нас уже. А я еще даже и никуда не прошел. Так, а тут, кстати, карта местности-то... А, ну да, рисуется нормально. То есть мы, если что, потом сможем... О, кролик. 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 Фазан. Фазан, кролик, фазан. Так, тут дверь. Я очкую в нее заходить. А тут что, давайте там, где нет двери, пойдем пока. А тут тоже дверь. Давайте пойдем в ту дверь. Я в эту очкую. И в ту очкую. Ну, пойдемте. Так, открываем эту дверь. Дверь закрыта на засов с другой стороны. Ага, шикарно. А эта дверь тоже закрыта на засов с другой стороны. Чё сразу так нападать-то на меня? Зачем? Что я вам такого сделал? О, зелька лечения, миска, ну, все остальное тут пусто. Бандит. Так это тёлка была. Это была тёлка. Пустые бутылки валяются. Слава и философия. Двуручное оружие. Ну, пригодится, возьмем в свою коллекцию. О, инструмент для бальзамира. А, хотя они, эти инструменты, они бесполезные. Тут потом как-то надо будет там ступка грандмастера или что-то. Там вот дорогие эти алхимические, как бы эти. Ну, в общем, приспособы. Это не то. Инструмент для бальзамирования. Это не то. Что такое трансмутация? У вас нет руды. А, это превращает там железо в серебро. Серебро в золото. Понятно, я помню.
Блин, а у меня же был фаербол. А ну-ка, свитки. Ты куда побежал? На тебе. Блин, я фаерболы так бездарно потратил на самом деле. Мне лучше пламя. Я потом этот фаербол изучу. Том заклинаний. Усё комп, усё комп. Да твою налево. А где ж у меня сейф? И главное, именно в коленку. Все в духе Скайрима. А сейф у меня аж тут, да? Ну ладно. Я тут уже помню, чё как. Помню, чё как. Помню, чё где. Уже тупить не буду подолгу. Поджарим кроликов. Фазан. Так, там закрыто. Нам надо сюда. Готов. Так, отлично. Двуручное оружие. Ну, мне это двуручное оружие. До фонаря. Хотя, может, получится у меня там все прокачать прям. Я буду такой местный терминатор. Как... Хотя, может, тут так и нельзя. Я не знаю, честно говоря. Ладно, давайте сохранимся перед походом. Сюда. Огонь и вода. Чип-чап, чип-чоп. Ничего, скоро у меня будут заклинания. И я смогу фигачить нормально. Дверь закрыта на засов с другой стороны. Да вы охренели тут. Сундук, уровень ученика. Эй! Опа, есть контакт. Безупречный гранат. Вот это я понимаю, тема. Пригодится зачем-нибудь. Фазан, кролик, кролик. Трон. Этот драгур на троне тут восседал. Что в бочках? В бочках ничего. О, нашли сныканный сундук. Блин, а в нем нифига нет. Сныканный сундук нашли, а в нем нифига нету. Так, тут на вот эту шнягу тупо перепрыгнуть. Так, пища, давайте хавать. Ну, вино я не хочу, вот яблочки. Вон, капустный суп у меня есть. Какая у меня сложный геймплей, я вам должен сказать. Прям пипец какой сложный. Беспокойный драгун. Из него выпало немножко побольше лута. Так, активировать рукоятка. Ага, она... Она активирует вот те шипы. Так, а тут что? Железный шлем. Эм,
Сори. Ну хотя мы ж ни с кем не деремся. Блин, это меня проткнули вот этими вот. Вот этими вот шипами. Как я тут не помер. Надо сохраниться. А то я чувствую, что скоро я тут погибну. Катамак, катамак, маката, катамак. Катамак, катамак, маката, катамак. Катамак, маката, катамак, маката. Катамак, катамак. Я играю в Skyrim. Катамагом сижу и играю в Skyrim. А, ты и так дохлый. Сори. А вот и перегрузочка, ребятки. Ну что, я предлагаю сгонять, продать это все. А как? Давайте из оружия что-нибудь выкинем. Сколько у нас перегрузка? Не-не. Да убери вообще. Выкинуть это R. Во, нормально. Блин, а ты когтями бьёшь? А как это со стороны? Так, ну, в принципе, все. Ладно, давайте тогда сейчас... Во-первых, мне надо пламя взять. А во-вторых, еще что хотел посмотреть. Вот, что касается пламени. Разрушение. 8 урона здоровью и магии. А пламя 8 урона в секунду, подожженный дополнительный урон. 5 в секунду, 6 в секунду. Пламя, оно как бы и дешевле. А я могу прямо отсюда быстрое путешествие совершить? Быстрое перемещение? Нет, я должен выйти, да, в... Должен выйти в Вейтран сначала. Потом уже из Вейтрана. Ну чё, я предпочитаю лишний раз смотаться, ребята. Потому что лут и деньги нам нужны, нам дом обставлять. Поэтому лучше смотаться, зато у нас тогда будет спокойней. Спокойней и, как сказать, правильней будет развитие идти. Тем более, что мы тут чё, ну... Нам тут быстрым перемещением не так долго, зато... Профита мы получим больше. Вот так, быстрое перемещение в Вейтран, погнали. С 8 утра до 8 вечера. Так, магию убираем. Давайте к кузнецу, дом воительницы зайдем. У нас и мелкое оружие. Так, чё вот ты там продаешь? Покажи. Значит, шашлык, оружие. Вот топор, лук, секира, стрелы, если бы они не ноль стоили. Кинжал, топор. Так, одежда. Шлем молодого лучника не нужен мне. Вот эти все броньки, меховые ботинки, наручи. Все. Так, все, тебе продали. Приятно иметь дело. Конечно, приятно. Сейчас, надо разгрузиться побольше. Надо разгрузиться до полтинника, чтобы у меня был полтинник в этом, в запасе. Ну, в смысле, ну, вы поняли, короче. Вес. А, приветствую, мой... Владеешь луком, да? У меня есть именно то, что тебе нужно. Так, давай это... Из пищи. Вот вина всякие мы тебе продадим. Блин, вот давайте мешки муки сольем. Но они вообще бесполезны. Или не, я их скину в этом. Хотя зачем они нужны? Давай, больше не буду их брать. Печеный картофель, отварная говядина, хлеб, хоба. Вот эль еще у меня есть. И вот мед есть. Так, эй. Привет.
на кого-то охотишься. А из разного, что там у меня в разном пожалуй, есть? Пожалуй, лучше не знать. Ага, только отмычка. Приятно иметь с тобой дело. Так, инвентарь давайте посмотрим. 110. Ну, давайте скинем. Ну, у меня еда занимает. Сейчас я еще посмотрю, что у меня еще есть в инвентаре. Так, давайте просто откроем инвентарь и так пробежимся. Свитки надо продать. Они беспонтовые. О, пойдемте к торгашу, сейчас продадим зелье. И свитки. К тому торгашу, который общий торгаш. Все покупает, все продает. Вот к этому, к Белитору. К Белитору. Дай мне знать, если тебе что... Все... Чё ты тут продаешь? Давай, показывай. И прочие безделицы. Блин, у него за голды еще нет. Еще. Ну ладно. Так, а зелье покупает же еще тут алхимик напротив. Или это что? Да, котелок Аркадии. Вот она, алхимик. У меня для всех найдется что-нибудь подходящее. Вид у тебя бледноватый. Так, так значит, ты алхимик. Чё у тебя есть на продажу? Так, Аркадия. Сейчас, подожди, давай сначала мои зелья. Вот, яд паралича, слабый яд упадка сил. Я тебе солью. Так, ну из пищи ты понятно. Из ингредиентов понятно. Ну, в принципе, все получается, чё. Костная мука, надо пойти скинуть ее. О, а ты учишь алхимии? Я могу тебя кое-чему научить. Кстати, а хотите прикол? Если лекарство, ты знаешь, где меня найти. Вот у нее золото 9. Вот смотрите, я сейчас ее... Извини мою наглость. Думаю, я могу тебя кое-чему научить. Я сейчас у нее обучусь, да? А теперь смотрите. Угу. Грязный кармань. А? Ну, не получилось. Когда не получилось, тупо грузимся. И таким образом можно... Ну, я не буду так много раз делать. Пошли по сторонам. Извини мою наглость. Думаю, я могу тебя кое-чему научить. Угу. Как эта рука попала? Что это было? Откуда вы здесь взялись? Так, ладно, у нас не получается, не буду. Но, в общем, смысл в том, что если вас не парят вот эти сейфлоуды, в принципе, они меня тоже не парят, то можно смело тырить. Кстати, еще вот такая вот тема есть. Кстати, надо это. Надо прокачивать мне карманную кражу. Карманник! Не двигаться! Приказ ярла! Так, ладно, загрузить игру. Нам, короче, надо прокачивать вот эти карманные кражи тоже обязательно. Такая полезная тема. Вот, стырили. Их как прокачивать? Вот так вот стырили, сохранились. Грязный. Вас заметили, загрузились. Как бы таким макаром можно... Грязный. Можно, на самом деле, легко прокачать. Вот видите, сейчас пропёрло.
опять сохранились. Гряд. Оп, вас заметили, загружаемся. Это все довольно быстро происходит. И также можно качаться и... Также можно и навыки качать на самом деле. Все, обнесли ее, сохраняемся. Можно на самом деле и... Ой, не-не-не. Сейчас нет. Давайте попробуем один раз все-таки навык выучить и... Прощай. Что это ты делаешь? Ну, не получается, ладно. Потом я обязательно карманные кражи прокачаю и буду всех обчищивать. Как вам логика Скайрима? Постарайся ничего не поджечь, хорошо? Шикарна логика Скайрима. Встал за спину и обтыривай себе этого. Обтыривай себе этого чувака сколько хочешь. Любого вообще торговца. Вот так вот. Такой реализм в Скайриме. Ну что поделать, зато это весело. У меня на полках тебя ждут микстуры, мази, припарки и зелья. Смотри, сколько душе угодно. Так, ладно. Вид у тебя бледноватый. Наверное, это атаксия. У нас в Сиродиле это настоящая напасть. О, алхимия. Пироженка. Я ничего не делаю. Я ничего не видел. Ты ничего не слышала. В общем, что вы вообще от меня хотите? Так, погнали в Вейтран. В общем, вот так вот можно забавно обкрадывать торговцев. Порой у них неплохие вещи. Просто за спину заходите. Торговцу становитесь. Так, чтобы вас никто не видел. И тырите все, что хотите. На самом деле много есть. Можно ему корзину на голову одеть. Вообще много вариантов есть с торговцами. Ну, вот этот один из самых таких простых и глупых в то же время вариантов. Ладненько, я, пожалуй, на этом тогда этот выпуск закончу. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.